Привет! Сейчас мы с Эльдарчиком продолжим читать нашу книжечку. С пальчиками играем, речь развиваем. Сегодня мы будем читать стишок и играть птичку с птичкой. «Птичка пьет водичку» называется стишок. У нас будет обозначение бочки, птички. И птичка из бочки будет пить водичку. Но для начала мы все это покажем на нашей игрушечной птичке из Angry Birds. А вот будет ее бочка, капсула от киндера. Итак, начнем. Посмотрите, бочка. Посмотрите, птичка. Птичка острым клювом ловко пьет водичку. Хочешь попробовать? Да. Давай. Показывай. Посмотрите, бочка. Посмотрите, птичка. Птичка острым клювом ловко пьет водичку. Да. Правильно. А давай теперь ручками покажем. Посмотрите, бочка. Посмотрите, птичка. Птичка острым клювом ловко пьет водичку. Вот такой у нас сегодня был стишочек про птичку, которая пила водичку. Будем еще играть. Да. Да. Пока-пока.